Поэтому роботам никогда не захватить мир. Здрасте. Давно меня не было. В общем, решал некоторые вопросы. Ну и в процессе появилось еще много идей для проектов, так что все будет. Еще думаю расширяться, так как 3D принтером и одним квадратным метром сыт не будешь. Итак, я погляжу, вам зашло прошлое видео про робота и OpenCV. Так что выпущу-ка я сразу в продолжение. Все равно ничего другого у меня пока что нет. В этот раз рассмотрим отслеживание роботом цветных объектов. Сделаем так, чтобы робот их преследовал. А также ехал по целеуказанию на лазер. Ну и катался по линии. И все это один алгоритм. Да-да, три в одном. Представляете, как удобно? Ну что, начнем? В качестве подопытного для распознавания объектов будет выступать робот, которого мы собрали на коленке в прошлом видео. Из мозгов у него апельсин с накачанным на него линуксом и веб-сервером, который выводит все результаты обработки видео в веб-страницу. В общем, кто не видел прошлое видео, очень рекомендую его посмотреть. Единственное, что поменялось, там мне таки пришли радиаторы, и я избавился от небольшого элемента охлаждения. Собственно, так Карлсон и потерял то, за что мог считаться мужчиной. Итак, давайте же обсудим, как можно найти какой-нибудь цветной объект на видео. Не, мы-то все объекты ясно видим. Вопрос, как это сделать вот этому вот засранцу. А для этого сначала необходимо выполнить процесс сегментации. Ох, как-то душно стало. Если без занудства, то сегментация — это когда мы разделяем изображение на интересующие и неинтересующие нас области и маркируем их. По сути, это просто упрощение изображения для дальнейшего анализа. Ну, например, мы можем бинаризовать кадр и все пиксели того, что нас интересует, заполнить единичками, то есть белым цветом, а того, что не интересует, нулями, то есть черным цветом. В результате чего мы получим что-то вроде карты, по которой будет легче исследовать изображение. Ах да, забыл упомянуть. Работа с видео представляет собой работу с каждым кадром из этого видео. То есть, чтобы найти объект на видео, мы должны найти его на каждом кадре из этого видео. Но это так, держу в курсе. Мы немного отвлеклись. Так вот, самым простым способом сегментации является пороговая обработка кадра. Из названия, я думаю, понятно, что все, что не перешло через некоторый порог, тупо отбрасывается. Делать это можно по какому-то определенному цвету, либо же по значению интенсивности, с изображением, переведенным в градации, как наша жизнь серого. Второй случай нам не очень интересен, так как при помощи него можно выделить только очень и очень контрастный объект. И то это нужно будет учесть, чтобы Сатурн зашел куда-то там. Короче, все распознавание будет держаться на соплях и очень сильно зависит от освещенности и прочих приколов. Выделение объектов по цвету в этом плане немного гибче и интереснее. Его мы и рассмотрим. В OpenCV за это отвечает метод inRange, который принимает в качестве параметров кадр и две границы цветового диапазона. Все, что не войдет в этот диапазон, будет отброшен. Причем значение границ здесь указывается в цветовой модели HSV, так как с ней удобнее работать, чем с RGB. Многие, я думаю, уже сталкивались с ней, если использовали какие-нибудь рисовалки. Само собой, кадр, поступающий на вход метода, тоже должен быть переведен в HSV. Поэтому из привычного RGB, точнее BGR. А, да. Пока у нормальных людей цвета идут в порядке красный, зеленый, синий, RGB соответственно, OpenCV живет в своем мире и использует по дефолту синий, зеленый, красный, BGR. Почему? Просто так исторически сложилось. В общем, возвращаясь к баранам, переводим кадр из BGR в HSV и пихаем его в InRange, после чего мы получаем некоторый битовый супчик из нулей и единичек, коими выделены наши области интереса, которые теперь можно обводить контурами, различными прямоугольниками, а также получать всякие интересные параметры, на которые робот сможет опираться в своей навигации. Ну, ради примера, давайте заставим робота преследовать какую-нибудь цветную хренотень. Например, вот эту. Для начала, читаем кадр с камеры, переводим его в HSV и ищем на нем все желтое. Получаем бинарный кадр, на котором ищем контура всех белых островов и выбираем самый большой контур из всех. Дальше получаем моменты этого контура. Моменты — это просто набор характеристик контура, рассчитанный по вот такой вот страшной формуле. На самом деле страшного тут ничего нет, а сами моменты довольно полезны. Если я когда-нибудь буду разбирать алгоритм поиска по шаблону, то можно будет поподробнее про них поговорить. А так, можно пока запомнить, что нулевой момент равен площади контура, и если поделить первые моменты на нулевой, то мы получим координаты центра контура. Что мы, собственно, и делаем в ходе. Также мы будем игнорировать контуры, площадь которых меньше 20 пикселей. Так можно избавиться от лишнего шума. Итак, мы нашли координаты желтой хреновины на видео. Теперь стоит вопрос, а как же заставить робота ее преследовать? Ответ лежит буквально на поверхности. Необходимо всего лишь ехать за ней. Но для начала определим, когда роботу стоит начинать движение. В код ставим флаг, показывающий, что мы видим наш объект. Это будет триггером, по которому робот будет порываться поехать. А когда объект видно не будет, робот будет тормозить. Останется лишь вопрос с поворотами робота. Но и это сделать тоже очень просто. Так как нам известно положение объекта на видео, мы можем посчитать его отклонение от центра кадра, что и будет мерой поворота. Нужно будет только нормализовать полученную разницу, так как она измеряется в пикселях. В результате мы получим диапазон от минус 1 до 1, как на джойстике. Теперь заворачиваемся в код робота из прошлого видео и запускаем его.
За результатом можно будет следить прямо из браузера. Также, если использовать лазер и заменить в коде цвет с желтого на красный, то мы получим робота-кота. А если просто немного поднять и повернуть камеру, то робот внезапно и по линии поедет. Все скрипты, что я тут показывал, будут выложены в репозитории на Git. Туда приложение для робота и отдельные сэмплы, если робота нет, но есть вебка, то можно позапускать их на ПК. Ну что, распознавание объектов по цвету — это одно из самых простых вещей, что можно вообще сделать с OpenCV. Однако уже с этим можно сделать кучу домашних проектов по автоматизации и роботизации. Навигация, там, различные системы трекинга, сортировка, целеуказания. Видео так-то больше для ознакомления, чтобы дальше не заострять на этом особое внимание, так как сегментации и пороговой обработки мы будем касаться довольно часто. В дальнейшем, я надеюсь. Ну, а еще я ленивая задница и не успел ничего толкового придумать. Ну, да, до встречи. Иронично.